Просто ты все выше и выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропеллере дышим дыхание наших сердец. Hello guys, I'm standing now in actually field. It is located in Kurskaya region. We came here because of event of light aircraft. There are several pilots here who have privately plane, paraplane and another stuff. They are going to fly here. Шестой слет у нас. Ребята бросают все свои дела, едут сюда, многие с семьями. 40 километров Белгородская область, в ту сторону 35 километров Воронежская область начинается, в ту сторону 45 километров Липецкая область, в ту сторону 70 километров Орловская. Ну, вот, у нас петух кричит на 4 области, поэтому ребятам очень выгодно. Ой. Вот это тоже можно кушать? Конечно. В принципе, можно, да. И потому что пахнет не, очень не касалось вкусно. Даже золы не касалось. I guess there is some problem with the engine or smoke. They try to fix it. And the pilot, Сергей, said, if he manage, I will fly with him. Отломился датчик, масло вышло. Видела, что такой шлейф, как будто подбили. Our ladies a little bit worried about my flying. Ну, конечно, сейчас будем волноваться. В принципе, он хорошо летает. Сам попробуй просто поднимется и сядет. Ну, хотя они-то знают, господи. Вот, чуть-чуть раз, поверни на голову. Вот так вот раз, получше, да? Да. Сюда, вторую. Это сюда. Вот так вот. Дай. Все. Хорошо. Надо на ногу, надо сюда перекинуть. Вот так держаться. Контакт! От винта! Не страшно после поломок? Ой.
нас 90 лайков. 90 лайков. Конкретный, да, круг? Просто контролочку. Как отстегните меня, не знаю, как отстегиваться. А, вот, все. Давайте расстегну. Просто она слетела, у тебя контролки нету, я контролю. А тебя она просто слетела, болтается и что-то. It was really exciting. Excited, and you know, I am about scary. I actually I'm scared of flying on the plane. That situation, I just blocked my scare. I don't know how I managed to do it, but I realized that I have to not scare it. The point is that before my flight there was some problem with engine and that's why my mom worried about my flying. Sergey, the pilot, he's a really professional. There is no reason to worry about it. Я профессиональный военный летчик-инструктор. Ну, как говорится, в истребительной авиации первого класса. А на этой, так сказать, технике сверхлегкой начал летать просто, ну, когда вышел молодой человек, пенсионер, ну, как-то надо чем-то заниматься. Пришло время, я купил себе самолет, это мой личный самолет. Когда была Украина Советского Союза, в Харькове была фирма «Лилиенталь». Они сами разрабатывали эту конструкцию, они сами изготавливали. Сейчас как бы с Украиной там, естественно, все понимают, что там. И есть у нас как бы люди, которые заканчивали в свое время институты авиационные, работали в той же фирме «Лилиенталь». Вот, то есть они профессионалы. И они сейчас этим делом как бы вот так занимаются. То есть кит-наборами. Вот. То есть, в принципе, я могу у них заказать. Вот. Полностью самолет, допустим, они мне сделают. Или я заказываю, мне то надо, они мне делают, я сам собираю. Какие документы, что нужно, чтобы вот полетать на таком самолете здесь, в России? Свидетельство о регистрации воздушного судна. Пилотское удостоверение. Еще есть, у меня здесь нету бумажки, сертификат летной годности. То есть это проводится ежегодно, вот, он дается обычно на год. Вот. То есть свидетельство, сертификат пилотское. Вот. Потом, естественно, выходишь, запрашиваешь, что я там-то буду летать, тебя подтверждают, и ты летаешь. Вот. Это на словах просто. Но, допустим, сейчас очень большая проблема получить удостоверение пилота сверхлегкой авиации, это вот как сложно, вы говорили, геморрой. Ой, я сказала. Вот. Да. Такого рода мероприятия, они же все равно связаны там с определенного рода риском. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А где шампанское? А ты не рисковал. Вот сейчас рискнешь, Серег, покруче его там. Чтоб шампанское пил по делу. Интересно. Ну, чтобы пообщаться, посидеть, поговорить. Конечно. Вот сейчас вечерком костерки поразожжем. Так вообще классно. Ты ж какая красота. Шеф-повар. Кто шеф-повар? Папандопла Ирина. Он не сготовится, говоришь, воду опять лить. Принеси кипяток. Рано или поздно сготовится, нам все равно. Да, без крышки, что это? Сырой. Я громко, да, потому что... А ты сюда перенесешь. Да, да, там не пойдет. Все выше и выше и выше. Стремим мы полет наш идти. И в каждом пропеллере дышим. Дыхание наших сердец. Это похоже не на зиперки, а на грибы. Да, похоже на грибы.
Да. Свету полный свет. Похоже просто. Утром рано я тебя подниму, пойдем грибы собирать. А куда поедем? Грибы собирать. Пойдем, не поедем. Вот. В общем, надо искать белое в траве. Шампиньон вообще там, где корова пасется. Ага, почему? Это потому, что вот в этих местах всегда бывает коровья навоза, она... Как вы их находите, а? Вокруг еще должно быть. Да. Видишь, как она спряталась? Ну, как, она... как вот это вообще непонятно? Трава высокая. Куда пошли? Мимо своей удачи. Вот он прятался.